Всем привет, меня зовут Татьяна, рада вас снова видеть на своем канале. И сегодня будет мой долгожданный обзор на новые спарклы от Бернович. Я их настолько долго ждала, когда они появятся на сайте. Сайт они обновили, сделали более-менее подходящих для иностранных покупателей, как я, добавили PayPal. Доставка осталась такой же быстрой, я очень быстро получила эти оттенки, получила их в целости и сохранности. Я заказала 5 новых оттенков, вот такие вот сегодня будут макияжи. Сегодня я сделаю аж 5 вариантов макияжей, покажу свотчи. Сегодня будет много свотчей, много макросъемки, много свотчей на веки отдельно каждого оттенка. Сегодня, конечно, я намучилась, глаза у меня пекут, но результатом я сегодня довольна, говорю заранее, что я довольна сегодняшним обзором. Если вы ждете там какой-то подвох и негативный обзор, то в этот раз не будет. Можно сказать, что Таня была до этого времени нормальным обычным блогером, а стала скандальным блогером. Ну, как-то же надо поднимать свою популярность. Как бы из-за последних комментариев я, конечно, стала скандальным блогером. Но это так громко сказано, конечно, не стала я скандальным блогером. Вот, так что я надеюсь, что этот обзор вам тоже понравится. И чтобы ничего не пропустить в будущем, нажмите, пожалуйста, на кнопку подписаться. Также нажмите и на колокольчик, потому что если вы вдруг не нажали на колокольчик, то YouTube уже вам не сообщает о новых выпусках, к сожалению. Прошу это сделать, потому что впереди много чего интересного. Я вам желаю приятного просмотра и... поехали. Так, с чего бы начать, не знаю, но, наверное, я начну с вот этих вот 2 светлых оттенков и покажу такой вот дневной макияж и макияж свадебный, потому что вот этот вот оттенок номер 48, он настолько нежный, это розовый такой вот блеск. Я сказала, что он розовый, но это жемчужно-лиловый мультихром мелкого помола. Красивый деликатный оттенок для свадебных макияжей. Оттенок можно использовать самостоятельно для более прозрачного эффекта. Ярче и насыщеннее цвет раскрывается на подложке или липкой базе. И я, наверное, сделаю этот макияж при помощи вот этих вот теней от Бернович. Хотя хотелось бы посмотреть, как он смотрится сам по себе. Давайте я тогда сделаю просто свотчи на глазах, покажу на подложке и сам по себе, и потом выберу, как мне больше нравится. Так, наношу слегка этого оттенка. Просто он у меня такой холодный коричневый. Я не знаю, как это все сейчас будет смотреться, если бы подложка была бы тоже какой-нибудь светлой. Ну ладно, я нанесу совсем слегка, чтобы веко просто было липким. Практически его, можно сказать, не видно. И буду сразу наносить вот этот вот 48-й оттеночек. Да, посмотрите на структуру, на формулу. Она вот такая вот немножко рыхловатая. И мне кажется, это больше сатиновая формула. Набирается оно все хлопьями. Вау! Какой же он красивый! Какой он потрясающий просто. Боже, такой нежный, такой просто. Действительно, что подойдет для нежного макияжа, для свадебного макияжа. Видны слегка такие лиловые блестки, но мне все-таки кажется, что он какой-то, не знаю, нежно-розовый оттеночек. На пальце практически ничего не осталось, и это хорошо. Он немножко... посыпался. Так, ну и давайте посмотрим без подложки на голое веко. Ну, здесь тональный и
Не помню, закрепляла я пудрой или нет. Смотрите, оттенок не такой плотный, как на подложке. Очень нежно смотрится. Такой вариант можно вполне носить просто на каждый день в качестве дневного макияжа. Он намного смотрится нежнее и такой не слишком плотный, очень тоненькое нанесение. И мне нравится, что этот оттенок придает влажности веку, и смотрится это очень красиво. Но знаете, что мне нравится больше, как он смотрится здесь на подложке. Мне кажется, он раскрывается чуть-чуть более красивее, и здесь виден дуохром, здесь уже дуохрома не так сильно видно, но мне нравятся два варианта, как выглядит чуть ближе и блестят эти оттенки. Конечно, не хватает сюда фонарика, сейчас подключим фонарик, включаем фонарик, и сейчас произойдет чудо. Вы готовы? Дальше буду тестировать оттенок 52. Он на такой вот белой базе, но в нем есть такие вот розовые блестки, лиловые блестки. Он тоже такой вот рыхловатый, сатиновый оттенок. Давайте почитаю, что это за оттенок. Ярко-лилово-розовый мультихром на сероватой базе. Спаркл мелкого помола по-разному раскрывается на разных подложках. Оттенок можно использовать самостоятельно для более прозрачного эффекта. Ярче и насыщеннее цвет раскрывается на подложке или липкой базе, то же самое. Так что давайте посмотрим и на этот оттенок. Кстати, этот оттенок просто один в один с оттенком от Glam Shop, и он называется, ой господи, да, это оттенок Turbo Glow по швиатам. Главное, чтобы не заматериться еще на польском. Ну посмотрите, просто один в один. Сейчас, подождите, неудобно. Главное, чтобы я сейчас их не уронила и не разбила. Итак, вот это вот Glam Shop и это Бернович. Ну просто. И оттенки, в смысле блестки такие же лиловые. Сейчас все покажет Swatch. Итак, тоже такая вот немножко рыхловатая поверхность. Хотя у Бернович она еще больше такая пудровая и рыхловатая. Итак, средний палец – это Glam Shop и указательный Бернович. Ну, вообще, есть разница, скажите мне? Ну и давайте свотчи сделаем. Так, Glam Shop и Бернович. Вообще, оттенки одинаковые. Я в шоке. Кто кого копирует? Ну ладно, не будем говорить про копирование, про вдохновение, но просто очень одинаковые оттенки, один в один, с лиловыми блестками. И этот оттенок, хотя он и белый, да, но навеки сейчас будет смотреться это полностью таким вот розово-лиловым оттенком. И по такой же системе я сейчас буду наносить. Этот оттенок сам в себе имеет блестки, как будто такой вот... неоновый оттенок, он навеки оставляет вообще такой вот лиловый цвет, хотя смотрится полностью белым, белый рефил, но очень красивый дуохром, очень красиво смотрится, точно так же отзеркаливает, точно так же делает таким влажным века, вот так вот это смотрится, таким вот лиловым блеском. И давайте без базы посмотрим, как он будет смотреться. Да, без базы плоховато. Ложится тоненьким таким слоем. Нужно наслаивать и наслаивать. И это уже более легкий вариант. Но скажу, что с подложкой мне больше нравится. С подложкой он такой более влажный, чем здесь. Здесь как бы такой сухой блеск с базой. Видите, как он красиво блестит влажным таким вот блеском. Здесь уже блеск такой суховатый. Вот я сегодня себе веки натру по полной. Ладно, стираю вот это. И еще у нас осталось еще три.
Итак, я уже поняла, что их лучше использовать с базой, поэтому я буду использовать сегодня эти оттенки на базе. Но вот хочу обратить ваше внимание на оттеночек 50, потому что он самый популярный. Это, наверное, второй будет по популярности с оттенком 13. Но, опять же, наступает на пятки Glam Shop. У них же тоже есть такой голографический оттенок, и, по-моему, у них у первых появился такой голографик, и я делала обзор на Glam Shop. Если вы еще не знаете, что на моем канале есть обзор на Glam Shop, потому что мне кто-то писал: «Ой, попробуйте оттенки Glam Shop», но Glam Shop у меня уже был, и я тоже осталась довольна от Glam Shop. Вот мне, я не поняла вот этот вот турбо немножко, потому что не совсем улавливается вот эта вот радужность. У Glam Shop это называется холо на слепо. Он выглядит немножко по-другому. Здесь другая текстура, и это видно сразу. Наверное, это больше такой вот плотный оттенок у Glam Shop и больше такой вот спрессованный и, может быть, фольгированный. Здесь это... Ой, боже, как он блестит! Это вообще нереально. Здесь больше блесток, смотрите. Итак, средний палец Glam Shop, и это золотой от Бернович 50. Смотрятся они по-разному. Давайте я растяну swatch и посмотрим. Вау, голографику Glam Shop. Вот Бернович, он залипает вообще. Посмотрите, как он залипает на пальце и не дает даже себя растянуть. Glam Shop растягивается просто превосходно. Смотрите, какая у него база вообще. Он такой жирненький, маслянистый, плотный. Здесь это, конечно, ну, другой блеск. И эти блестки, я не знаю, он находится на какой-то такой, как силиконовой основе. И очень быстро прилипает это все к пальцам. Невозможно его растянуть. Вот так вот смотрятся два разных вообще оттенка. Они красивые по-своему, что Glam Shop, что Бернович, у каждого там свои преимущества. Не знаю, Glam Shop немного такой коричнево-красноватая база, а здесь уже давайте почитаем про него. Крупный золотой шиммер на прозрачной базе, который при преломлении света переливается всеми цветами радуги. Оттенок мультихром. Ну что, давайте приступим к макияжу глаз. Сначала сделаем нежный, красивый, свадебный макияж. Как обычно, я беру палетку Soft Glam. Она тоже подходит для таких нежных, свадебных макияжей. Набираю я оттеночек Burn Orange сначала. И использовать буду кисть, как всегда, польский бренд Хакура H79. Даже, наверное, нет. Возьму сначала Orange Soda, нанесу такой вот нежный бежевый оттенок сначала. И затем набираю цвет Burn Orange этой же кистью. Затем беру кисть, тоже натуральная кисть. Это с набора из AliExpress, My Destiny, здесь номеров нет. Я набираю Burn Orange и буду наносить его на нижнее веко. Затем наберу цвет, не знаю, пусть будет Rustic, этой же маленькой кистью, чтобы затемнить внешний уголок. Эта кисть очень удобна для таких вот мелких деталей, для нижнего века. Я ее люблю. Не все кисти мне понравились из этого набора. Я выбрала из набора несколько кистей и ими пользуюсь. Наношу оттенок на нижнее веко, только не на все нижнее веко, а в уголочке века. И дальше наношу оттенок Burn Orange и соединяю светлый оттенок с темным оттенком. И затем, наверное, наберу цвет Mulberry, хотя я не всегда так делаю, но в этом оттенке, в номере 48, есть такие вот красивые блестки, и он сам по себе такой нежно-розовый, поэтому я думаю, что вот этот вот бордово-коричневый во внешнем уголке будет подходить этому оттенку. Этой же кистью наношу оттенок и немного его завожу вот сюда вот, во внутреннюю часть века. Ну, получается неплохо, мне нравится.
Я не знаю, насколько это свадебный макияж, но, возможно, такой макияж яркий кто-то и делает на свадьбу. Потому что здесь свадебный макияж делается просто, я не знаю, настолько просто, настолько вообще банально. Могут нанести просто на все подвижное веко какой-то блестящий светлый сатин, накрасить ресницы, и это будет свадебным макияжем. Я кистью предыдущей большой уже буду растушевывать все мои оттенки, чтобы не оставалось никаких линий, чтобы растушевка моя смотрелась мягкой. Затем буду наносить тени Бернович. И делаем как кат-криз. Беру искусственную плоскую кисть. Вы можете взять любую. Эта кисть у меня тоже, по-моему, с AliExpress. Пока тени совсем не высохли, набираю оттеночек 48 на эту же кисть. Все очень сыпется. Если будете делать макияж невесте, пожалуйста, делайте сначала макияж глаза. Так, и на нижнее веко я тоже нанесу этого оттенка слегка, чтобы это еще больше не посыпалось сейчас. И наношу этот же оттенок. Я не буду использовать во внутренний уголок какой-то другой. Боже мой, как это красиво! Просто. Мне очень нравится. Можно нанести коричневый карандаш на слизистые, можно этого не делать, но я, наверное, нанесу. Итак, первый макияж готов. Он получился действительно нежным, очень красивым. И приступаю к следующему оттенку. Я сейчас хочу показать вот этот вот очень красивый лимончик. Просто это оттенок 45. Ярко-салатово-желтый спаркл на красной базе, оттенок дуохром мелкого помола. Оттенок можно использовать самостоятельно для более прозрачного эффекта. Ярче и насыщенный цвет раскрывается на подложке или липкой базе. Мне он очень нравится. Мне нравятся такие вот яркие лимончики. И в этот раз я буду использовать палетку Амрези. И быстренько пальцем буду наносить оттенок 45-й. Какая красота, боже! Как он мне напоминает оттенок из Наташи Диноны Mini Gold. Какой он красивый! Боже мой, это другой блеск. Видите, здесь такой вот блеск сатиновый и пудровый. Здесь уже такой вот гладкий, влажный. Боже мой, какой он красивый! Я не могу насмотреться. Как он красиво дуохромит. Боже! Его же наношу во внутренний уголок. Боже, какая красота. И все, макияж готов просто за 5 минут. Но он настолько красивый. Ну что, мы с вами подошли к самому интересному. Вы готовы? Вы готовы это увидеть? Я когда увидела этот оттенок, вот этот вот черный, хотя он мне показался черным, но на самом деле он дуохромит в синий. И когда я его уже получила, я поняла, что это оттенок Sequence, это матовый оттенок с блестками. Но вы знаете, я когда его свочила, у меня мне напомнил запах угля. Возможно, здесь в составе есть уголь. Он набирается, он суховатый, набирается он вот так вот. Очень красиво дуохромит в синий. Остается вот такой вот черный отпечаток на пальце. И он действительно похож на такой вот угольный прям оттенок. И вот здесь я его растянула. И он растягивается, правда, вот не очень. Ну ладно, начнем с него. И следующий оттенок, завершающий, будет
голографика. Давайте прочитаем про черный оттенок. Кстати, не сказала номер. Номер 55. Sparkle на основе очень темного сине-фиолетового оттенка с вкраплениями мелких розовых, голубых, фиолетовых и серебристых блесток. Ого! Я даже этого не заметила. Отличный вариант акцент для темных смоки. Оттенок ярче и насыщеннее раскрывается на подложке или липкой базе. Да, сейчас будет смоки. Смоки на моем канале практически нет. Я вообще не люблю на себе смоки. Ну вот просто мне кажется, что мне не идет, тем более в черном цвете. Ладно, там в коричневых еще да, но в черном. Но так уж и быть, сейчас будут смоки. Даже не знаю, да, есть у меня черные матовые. Ох, начну я с палетки опять Amrezy и возьму оттенок уже OG, ну, чтобы разнообразить, как-то не набирать одинаковые, постоянно одни и те же оттенки. Этой же кистью от Hakuri H79 я набираю этот оттенок. Да, смоки начинаются с коричневого оттенка, не с черного, как вы могли подумать. Ну, возможно, кто-то уже знает, что смоки начинаются с коричневого. Вот, делается коричневая база, а потом наносится черный оттенок маленькой кистью с набора AliExpress. Наношу на нижнее веко оттенок OG. Затем у меня кисть Duque, это тоже AliExpress, это тоже натуральный ворс, не знаю кого. Набираю оттенок 1988 и буду им затемнять внешний уголок. И поднимаюсь слегка на неподвижное веко. Этот же оттенок наношу на нижнее веко. И соединяю мою верхнюю растушевку с нижней растушевкой. И самое время нанести черный оттенок. Я черный вообще очень редко использую. Даже для стрелки я беру самый темный коричневый и все. Поэтому впервые, я даже не знаю, какого он будет качества. Набираю цвет оттенок BK. Наверное, так будет правильно читаться. Наверное, вот такой вот кистью маленькой. Будем наносить постепенно. Ух, очень пигментированный и, кстати, очень мягкий. Наношу его на нижнее веко. И, наверное, пока что хватит. Потом, если что, я нанесу его уже в конце добавлю, если мне не хватит глубины. Лучше нанести чуть-чуть и потом добавить, чем... добавить, и потом уже убрать будет сложнее. И сейчас, о, мама дорогая, наносим вот этот вот просто потрясающий оттенок. Я надеюсь, что блестки останутся. Ух, и все останется. Вау. Да, действительно, здесь много разных блесток. Я вот сейчас вижу... И зеленые, и голубые, и сиреневые. Но, кстати, знаете что? Много остается на пальце. И если бы не тени от Бернович, то он бы наносился вообще бы такими пятнами, потому что он ложится неравномерно, пятнит, есть пробелы. Поэтому я сейчас, наверное, даже попробую нанести кистью. Это натуральная такая вот пушистая кисть. Нет, это кисть неподходящая. Пробую я вот такой вот маленькой плоской кистью. Слушайте, набирается вообще очень классно. Видите, какие блесточки здесь. О, вот такая кисть подходит. Смотрите, как он становится насыщенным. Оттенок настолько сыпется. А, я вся в черную крапочку. Да, я так и знала, что это все. Это сейчас все прилипнет. Так, буду наносить тени и на нижнее веко. По-моему, я даже тени мало нанесла. Надо было так поплотнее, потому что этот оттенок, он, ну, прям практически матовый. И чтобы прилипнуть на веко, им нужно очень много нанести. И буду пытаться той же маленькой кистью наносить на нижнее веко.
Он даже умудряется и так лететь. Он просто летит с кисти. Понимаете, какой оттенок? Наношу коричневый на слизистую. С этим оттенком вообще неудобно работать. Я вся в черных блестках, в черных пятнах. Мне не нравится то, что получилось во внутреннем уголке. Я вообще как-то мазанула так нечаянно, он вообще как-то разлетелся. Я сейчас не знаю, как убрать с внутреннего уголка, просто не знаю. Знаете, что я захотела нанести во внутренний уголок? Вот этот вот оттенок, первый, который я показывала, 52-й, потому что в нем есть такие лиловые здесь блестки, поэтому он, я надеюсь, что он сюда подойдет. Ой, да, очень красиво. О, кстати, на черном этот оттенок раскрывается вообще по-другому. Очень интересный. О, мне захотелось еще дальше его продлить. Ну, скажу так, этот черный мне не нравится, потому что он ложится неравномерно, ложится пятнами. Блесток, вот сильно блесток не увидишь, потому что это действительно секвенс оттенок, а не такой прям спаркл, даже не знаю. Вот, и с ним очень неудобно работать, прям очень. Все, что у меня осыпалось здесь, меня сейчас настолько раздражает, а убрать это невозможно. И этот глаз я уже сделала в стиле Smoky Eyes, я сделала его за кадром, я использовала те же самые коричневые оттенки. И сейчас буду на серединку, где у меня осталось место пустое, я буду наносить тени от Бернович. И наносим тот самый голографик. Я надеюсь, что это сейчас будет выглядеть хорошо. И он... Ух! Не посыпется, я в шоке. Я вот сейчас подумала, зачем я оставила столько мало места? Мне хочется его сейчас везде нанести. Какой он красивый! И да, я могу сказать, что это намного круче, чем Glam Shop. У Glam Shop мне, как я уже сказала, не очень понравился тот оттенок. Этот смотрится в 10 раз круче просто. На базе липкой, либо на этих тенях он вообще не осыпался. Очень красиво смотрится, но... Зачем я сделала Hello Eye? Кому это надо? Боже, какой он красивый. Начали с Hello Eye, закончили просто полным нанесением на все веко. Ну что, буду наносить аккуратно и на нижнее веко. А точно так же действую тени от Бернович. Буду наносить только вот сюда, на серединку, а возможно и нет. Такие достаточно крупные блестки опасно наносить, конечно, на нижнее веко. Но настолько красиво, что его хочется нанести везде. Посмотрите, что получается вообще, на какой он вообще влажной и какой-то основе. Когда набираешь кистью, посмотрите, что происходит. Вот такой вот он мягкий, как желе. И давайте я завершу макияж, наклею ресницы и затем покажу, как это все смотрится. Но вот это вот, если честно, я хочу стереть и завершить, конечно, вот с этим макияжем. Мне просто настолько уже глаза пекут. Ладно, давайте посмотрим. Итак, я все-таки это сделала, я стерла черный смоки и нанесла уже такую же растушевку, как и вот здесь вот. И сейчас я включила камеру для того, чтобы показать, как вот этот вот голографик я буду наносить в этот раз не на тени Бернович, возможно, у кого-то их нет, буду наносить на клей для глиттера. И сейчас пальцем
я буду наносить этот. Он так хорошо прилипает к клею для глиттера. Знаете, мне, наверное, так... Не знаю, есть разница или нет. Мне кажется, что он смотрится так лучше, потому что здесь вот такая вот всё-таки есть коричневая база, а здесь он получается такой вот полупрозрачный, и он просто блестит своим вот этим вот голографическим блеском радужным. Но этот оттенок мне в 100 раз больше нравится, чем от Glam Shop. Ну и выключаю камеру и вернусь к вам уже с фонариком. Ну что, вот этим вот макияжем я просто довольна. Хочу, конечно же, отметить вот этот вот блеск 50-й. Я говорю, что это будет точно таким же популярным оттенком, как и 13-й, за которым все гоняются, все визажисты. Он на какой-то такой вот непонятной желейной основе. Кстати, мне он больше понравился, наверное, на клею для глиттера, хотя и на тенях от Бернович он тоже хорошо смотрится. Из 5 оттенков мне понравилось сегодня 4. И не говорите потом, что у меня негативные обзоры. Привет тебе, Ирина. Я буду прям называть поименно и буду даже вставлять сюда вот комментарии. Так как не все у меня обзоры негативные, не вечно я не недовольная. Вот, если я недовольная, то это не значит, что это моя фишка канала. Это значит, что я недовольная, и это значит, что я недовольна качеством. Я здесь говорю свое мнение, здесь у меня честные обзоры. Я всю косметику покупаю за свои деньги и имею право сказать, что я думаю. Здесь на моем канале, извините, я буду говорить свое мнение и буду говорить честно, даже если это вам не нравится. Вот так вот я завершаю свое видео, но что делать? Просто меня на днях убили комментарии одних девочек. И вообще, вас никто не заставляет смотреть мой канал. Если вам не нравится то, что я, как вы сказали, вечно недовольна, то вы можете смотреть и не смотреть меня, вы можете отписаться, я никого не держу. Переходим к Берновичу. Итак, из всех 5 оттенков мне не понравился вот этот вот синий-черный, я его отлаживаю. И сейчас объясню, почему. Конструктивная критика, почему он мне не понравился. Во-первых, вы видели, какой смоки получается. Он очень пылит, разлетается. Это матовый оттенок, причем такой очень рыхлый и очень сыпучий, очень пудровый. Эти блестки блестят только когда их наносишь, их еще как-то видно. Потом, я не знаю, что случилось, просто остались несколько блесток блестеть навеки, не как было изначально. Можно пользоваться, но если это, ну вообще аккуратно, но им аккуратно пользоваться не получится. Он осыпается. У меня блестки были до губ, и эти блестки настолько черные и синие, похож он на уголь, а если это все прилипает к лицу, это убрать практически невозможно. Если вы любите такими пользоваться оттенками, то, пожалуйста, пользуйтесь, но сначала сделайте глаза, пусть это осыпется, вы потом все это уберете и затем уже нанести тональный, потому что наоборот это получается грязь. К сожалению, это для меня не такой классический спаркл, как вот эти вот спарклы и все остальные 4 спаркла. Это что-то вот другое, я вот не знаю, таких спарклов, наверное, у Берновича еще не было, это такая вот новинка, и поэтому номер 55, он не является моим фаворитом, потому что с ним вообще неудобно и некомфортно пользоваться. И причем с этим оттенком получаются пробелы, его нужно хорошо наслаивать, но с каждым разом, когда ты наслаиваешь, он с каждым разом осыпается. Мой фаворит это 50-й.
ты на первом месте. Затем на втором месте это, конечно же, вот этот вот лимончик с зелеными блестками. Насколько он красиво смотрелся на веки. И он действительно, это 45-й оттенок, он действительно чем-то похож на оттенок из Mini Gold Наташи Диноны. Это является моим самым любимым оттенком по сегодняшний день из мини-палеток от Наташи Диноны. Но они вообще разные. И вот этот вот лимончик, конечно, очень красивый. Здесь уже такая вот полупрозрачная база. Этот намного плотнее. И мне очень нравится. Вот видите, этот практически 13-й не виден. Если я вот так вот поверну руку, он вообще пропадает. Вот, его нужно только так вот рассматривать. Но этот лимончик никуда не пропадает, он плотнее. И мне нравится, что этот оттенок делает таким влажным, блестящим веком. Мне очень-очень это нравится. Затем на третьем месте у меня оттенок 48-й. Вот этот вот нежный оттенок, который подойдет для дневного макияжа, для свадебного макияжа. Вообще, он, с ним получается очень нежный макияж. Но он очень рыхловатый, такая вот текстура пудровая. Это не то, что вот здесь. Здесь вообще другой блеск. Здесь блеск такой вот немножко припудренный. И вот так вот он выглядит. Очень красивый, очень жемчужно-красивый холодный оттенок с лиловым подтоном. Вообще, ну, обожаю такие тени, но если бы этот оттенок был бы вот такой вот, как вот этот вот лимончик, более влажным смотрелся на веки, то, наверное, он бы мне больше нравился, поэтому он на третьем месте. И на четвертом месте вот этот оттенок 52-й, он белый, он такой же по текстуре, как и вот этот вот 48-й, тоже такой пудровый, рыхловатый, и здесь такие розово-лиловые блестки, и на веки вот этого вот уже белого оттенка не видно, он не белый, просто он на такой прозрачной подложке, и когда его наносишь, остается просто вот такой вот блестящий, красивый блеск. Мне вот этот блеск, кстати, напоминает Special Shades, вот эти вот самые светлые из палеток Pat McGrath, но здесь получше качество, они здесь кремовые, наносятся очень легко, не сухие, как у Pat McGrath, вот, и дает такой же красивый блеск. Смотрите, так он золотой, но так не видно, и так вот лиловый. Да, кстати, прошлые оттенки с прошлых обзоров. У меня, если помните, эта палетка была полностью заполнена спарклами Бернович. И что случилось? Это просто разрыв сердца моего. Я, конечно же, закажу снова, но выброшенные деньги на ветер. И, пожалуйста, не бросайте и не кидайте, и не знаю, как перевозите очень осторожно. Я не знаю, если они упадут, вот они упали у меня просто с кровати, они не сильно далеко падали, так сказать, но один удар, и они рассыпались просто в пыль, их даже не соберешь. Поэтому, пожалуйста, осторожней с спарклами от Бернович. Главное, они ко мне приехали аж из Белоруссии просто целиком. Вот, а разбились уже у меня здесь. И самое главное, знаете, какие разбились оттенки? Вот эти вот оттенки рыхловатые, сатиновые оттенки, которые я говорю, вот этот вот жемчужный, нежный свадебный оттенок, вот этот вот белый, если он разбивается, все это разбивается просто вот так вот в песок. Собрать невозможно. Остались вот только вот такие вот оттенки фольгированные. Фольгированные держатся. 13-й, слава богу, не разбился. Вот этот вот глиттерный зеленый, помните, я делала с ним обзор, он тоже остался. Вот эти вот еще как-то держатся, если они упадут, то держатся. Но я не знаю, насколько их хватит, если второй раз упадут. Возможно, они тоже рассыпятся. Но вот эти вот рыхлые сатиновые оттенки, они быстрее всего рассыпаются. И, пожалуйста, будьте осторожны, не будьте как я. Ну что, я думаю, что сегодняшний обзор, это было очень много свотчей, свотчей на веки, очень много разных вариантов макияжей. Я надеюсь, что вы остались довольны.
пожалуйста, напишите комментарии положительные под этим видео. Вот. И спасибо вам за просмотр. Напишите, какой вам больше спаркл понравился. Нравятся ли вам новые оттенки. Вот. Буду ждать ваших адекватных комментариев. И увижусь с вами в следующем видео. Пока!